Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с темой о том, как получить из грязной воды, из самой грязной, чистую. Ну, этот способ очень простой. Берем котелок, чайник, закрываем плотно, оставляем дырочку для испарения, естественно. Нагреваем эту воду, кипятим, происходит испарение. Над кастрюлей или над чайником помещаем кусок квадратного стекла, под углом один угол просто, и направляем его в кружку. И при испарении у нас получается как бы дистиллированная вода. То есть испаряется, тут же остывает, скатывается в кружку. И, пожалуйста, из любой абсолютно воды мы получаем чистейшую самую воду. То есть процесс то же самое, как очищение воды вот в круговороте, в природе. Только, значит, в домашних условиях можно из любой, из снега, из лужи, из любой абсолютно воды, грязной, отравленной и так далее, получить чистую воду. Ну, точно я, как бы, опыты сам не химик, не проводил, но, тем не менее, вы в любой стране мира, набрав любой абсолютно воды, я так думаю, из любой скважины, из любых там мест, если вам так необходимо иметь питьевую дистиллированную воду, ну вот, пожалуйста, нагреваете посуду, из нее идет испарение, помещайте над этим кипящим, значит, струей обыкновенное стекло, наклоняйте один угол, четвертый вниз, то есть и с этого угла будет у вас вода поступать в кружку там или в другую посуду, и, пожалуйста, уже эта вода будет 100%, я думаю, очищенной, и ее можно спокойно употреблять, не боясь заразиться, ну и так прочее. Спасибо.